Даник. Сегодня мы будем открывать Zomlinks. И сегодня мы открываем Zomlinks in the Town. Вторая серия. И у нас здесь даже есть один ультра-редкий Zomlinks. У этой серии домики прозрачные. Открывай. Вау, какая красота! И вот этого ультраредкого Zomlinks'а зовут Данго. А этого боксера под номером 188 зовут Кабукс. Ну что, Даник, у нас остался еще один домик и часть башни. Будем открывать. Ой, Даник нашел дверку. А вот и третий наш Zomlinks. Кто же там? Кто же там? Какая-то птичка. И мы с Даником наперегонки ищем. Как же называется эта птичка? Я ищу здесь. Диана, какой номер? Нет, там у нее синий нос. Там на картинке у нее синий нос, а нам нужна с желтым носом. Нету желтого носа? Нету. Мне кажется, я что-то нашла. Может, нет, не она. Это страус какой-то. Страус. Ну, тут нету. Должен быть что-то. Мы не можем найти фиолетового страуса с желтым носом. Где он? Ребят, если вы вдруг увидели, напишите нам обязательно. Потому что что-то мы не можем найти его. Фиолетовый страус с желтым носом. Да не, вообще не похож тут. О! Ну да, это не... Короче, тут есть один вот такой вот страус, который похож на него. Но он без желтого носа. У него нос синий. И он, вот он, под номером 158, и зовут его Освальд. Тут есть несколько Освальдов, вот. Есть оранжевый, а есть фиолетовый. Ой, заперли в башне назад. Ну и кто же у нас в домике там? И последний Zomlinks. Сейчас мы узнаем, кто же там скрывается в этом пакетике. Даник проводит операцию по изъятию Zomlinks. Кто это? Кто это? Кто? Ва, что это такое? Я его... Ну-ка, давай, гонка. И у нас снова гонка. Как же зовут этого морского обитателя? Так, 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 так. И вот он, Софи, под номером 127. Вот такой вот Софи. И выпала сюда позже. Ой. Вот такая вот башня получилась. Если вам тоже нравится Zomlinks, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока. Пока.